Десногорске прошел третий заключительный этап областного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Голоса 21 века». На сцене выступили талантливые дети, для которых пение, возможно, станет занятием всей жизни. Участники приехали со всей Смоленской области, из Починковского, Хиславичского, Глинковского районов. И были, конечно, конкурсанты из Десногорска. Артисты выступали в четырех возрастных категориях, а общий возраст участников был от 6 до 17 лет. Оценивали мастерство конкурсантов члены жюри, в состав которого вошли преподаватели и лауреаты вокальных конкурсов. Прослушивание проводилось в два этапа. По результатам первого тура жюри определило финалистов, которые смогли пройти во второй этап конкурса. Решение судей было непростым, но справедливым. Видна работа и детей, и педагогов. И некоторых деток мы видим уже не первый год. И это очень отрадно, что они продолжают, получают новые навыки, стремятся к большему. Просмотрев все межрайонные этапы конкурса, жюри подведет итоги и определит победителей, которые будут приглашены на гала-концерт. Мероприятие пройдет 13 апреля в Смоленске. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.